Ты решаешь? Твоя очередь. Ладно, давайте в рожок. Твой любимый рожок? Ну, очень давно туда не прыгали. Давно. И у нас есть все шансы еще раз прыгнуть через минуту две. Четыре. Оп, школьники, смотри, а. Да, до хрена тут народу. И кто-нибудь по-любому прыгнет к нам. Блин, на ангар. Сучка. Да? Сучка. Да, да. Один посреди. Ну, ладно, короче, либо я, либо он. Бля, походу он. Двое у меня тут. Сейчас. Ух, нихера, он мне все хп вынес. Пиздец. Я к тебе сразу. А чем тебе там? Всего два патрона. Блин, лагает-то как? Он с прыжка мне в голову попал. Как это можно вообще сделать? Можно. Да хрен знает, еще один. Ты дверь открыл, нет? Да, наверх. Че, пошли вниз? Хотя бы Юлю попробуем спасти. Перп как бы не очень. Ладно, пойду один. Потом, когда нас всех убьют. Давай. Так, Юль, где они? Где они? Много, да? Да. Охренеть. Где они? Юль, ты меня слышишь вообще, нет? Я двоих убила уже. Ты их убила? Ты кто кого идет сейчас спасать? Возле меня бегает, чувак. Бегу к тебе тогда. Спасатель. Да чтоб тебя. Там говно, короче. Юля, давай к нам. Да вижу. Юля. Не спеши. Юля. Да бегу. Тут два трупа сейчас будет. Ой, ее убивает со спины, отлично. Мазила. Уже в лоб не может по мне попасть. Кошмар, она меня магазина 2 высадила и не смогла в упор убить. Вон труп рядом с нами ползает. Да. Сейчас бы чуть френди файра не было. Бля, патрон кончился. Что за пиздец? Да кто-то вообще там... А, не, с серпом бегает. Это ад какой-то. Эльфик, возьми здесь шлем второй и... Да, сейчас. А все потому, что ты рыжая ведьма. Какая я рыжая? Да я не тебе. Ты вообще лысая. Там был чё? Кстати, да, с чем они пришли? О, сковородень? Или чё это? А. С палетами. Но вы вот, имеете в виду... Домике, возьми шлем. Там до хрена народу прыгнуло в школу, они ведь и к вам могут прийти. Да это еще не конец. Это вообще не конец ни разу. Кто-то стрелял по вот этой чухе, которую Юля убила. Ну, кстати, да. Поэтому там вообще третья команда. Вот здесь вот жилет. Я все взял. Спасибо. Так, мне надо подлечиться.
Патроны у меня только на пистолет. Бери дробаш. Ой, да такой стрел, кого с пистолетом. Ладно, я возьму. Вот та, которая ползала, ее команда, скорее всего, потому что жива осталась. И не ее только, в нее стреляли, другие вообще. Блин. Вот с этой стороны, куда мы бежим. Ну, сейчас они могут быть где угодно. Просто и та, и другая, с которой вот рядом со мной и Эльбергом были... Они живы же до последнего были. Чего-то ждали. Да. Подъехала машина. Дача. Проезжает дорога. Ни хера никого не вижу. Либо где-то шкерятся. Да ушли уж, на. Так, полутали, вот здесь второй этаж. Вы лутались? Нет. Нет, нет. Это вот та девочка, наверное, сюда двое приземлились. А, ну вон там кто-то кого-то встретил. От школы. Девочка. Какой девочка. Чай. Девочка летом слышала гром. Там стоят треснутые баги около дороги. У вас там зона уже потихонечку идет. Вы хоть и на краешке, но имейте в виду. Ну блин, патронов нету. Да ничего нету. А, вы даже в зоне. Да мы-то в зоне. Так, тут лежит вектор. Я вот на Эльберга смотрю, ему до сих пор ничего не выпало. Да я особо не лутаю, все больше. Я же говорю, вектор за спину что-нибудь зайдет. У меня глок, у меня все в порядке. Ну да, конечно. Скажи это эмке какой-нибудь. Да, вон вектор нашел. Если будет расширено, на какой двери. Ну, тормознули. Где? Ну, вдали, очень далеко. Скорее всего, у школы. Да, где-то там на горе. То есть, ждать нам... Не, вам вообще не надо ждать. Да, мы спокойно долутываем. Эти, это не по вашу душу. Я же говорю, это где-то школа. Блин, ну в эти дома хрен знает. Потерял. Миномет. Быстрый магазин до ПП. Кто-то едет. Да это все те же. Быстрый не нужен, нужен большой. Вот. Вот. Так, уже это штурм. Это рядом с Эльбергом штурмует кого-то. Да, да, да. Аккуратней не там. Вижу. По тебе. Тебя слева будет, сзади, Юль, видно. С севера. А с севера все равно видно, потому что окна никуда не делись. Заткнись, тут тоже Питер горит. Но я же хочу, чтобы ты выжила. Зашли двое.
комнате. У Эльберга сейчас будет шторм. Можешь спрыгнуть, не забывай. Да, я боюсь, я сейчас начну прыгать. Не ты. К Юле. Одного она убрыгала. Все. Ну, топают, топают. Да я топаю. Они еще тут. Он не умер. Зашли, бегут, бегут. Юля, уходи оттуда. На улице под нами, как минимум. Да, на первом этаже. Последний. Все, умер, все, сразу, последний. Красавцы. Так, я пойду тех смотреть. Да, еще кто-то подъехал. Бля, это ж такое. Нескончаемый поток. А возможно, да, это разные банды? На улице. Херач по нему, по машинке. Блин, долбаная четверка. Машинка слева. Один пошел в ваш дом, видимо. Не, он под этот лег. Ну да, но чтобы пойти в ваш дом. Второй пошел туда же. Юле самое время кидать гранату. Куда? Где себя? Они? Дверь закрой. Это я успею, понимаешь? Блин, там такой лут был хороший. Ну ты не подставляйся. Один на улице, в соседнем двухэтажке. Угу. А второй он ползает на брюхе где-то. Да, под забором был слева как минимум, куда он дальше упал, пёс узнает. Не-не, с другой стороны. Вот куда ты смотришь, он где-то там. Тут еще ходит. Это вот второй, который первый выскочил. Нет, вокруг дома бегает. Пока Юлия лутается, он там ходит. Да-да-да. Сейчас ее убьют, и тогда ты будешь один. Нет! Сказал. Господи, что с тобой? Ты режим терминатора включила? 7 убийств. Сзади, сзади тебя. Уходи оттуда нафиг. Ну все, можно на покой. Мне даже получше не дают. Ужас. А есть пятерки, что в 30-40? С горы он... бежит. W. А возможно, это вот второй и есть. Можешь пока... Нет. Могут в дом зайти, Юль, я могу не услышать. Я дверь закрыла. Тебя с горы собьют. Знаю я. Ну ты можешь полутаться на этой. Блин, нам валить на лестнице. Надо. Чё за одище? Скинь пятерки, что в 40. Там на. Ага, этом... под нами на В одноэтажка, чувак. Да, я знаю. В которого я стрелял. Убил, все. Так, где там еще лут? Беги. Школьники.
Сейчас он зайдет ведь. Господи, я от тебя вообще боюсь теперь. Но он не последний. Да, он не последний. Убил. Ребята, сразу? Может мы без Олега тогда будем с вами играть? Может быть. Зона. Зона, зона, лечитесь. Бля, вы все еще тут? А не знаешь сколько тут? Человек 15 на двоих нарубили. Так мы мешаем играть? Я же говорю, мы может без Олега тогда будем играть вчетвером. Нас сразу убивайте. Берите... А, машинку вы ему угробили, а? Жаль. Мы будем так чисто бегать, плутом подтаскивать. Ну да, мулами. Бегите, вам очень далеко бежать. Да тут баги стоит. А. Ладно. Блять. А расширенный на этот так и не нашел. Ты что, ты еще лутаешься? Лечитесь, а, лечитесь. Не-не-не-не, я лечусь. Блин, у меня. Вас сейчас зона добьет. Пока ты там лечишься, зона добьет. Сейчас эта зона до конца дойдет, вам уже хилки не помогут. А расширенный на ПП не находила? Тоже поздно искать. Да возьми там нормальную пушку уже с кого-нибудь. Ну это и есть нормально. Ну все тогда, беги. Ну, у вас же зона убивает. Ничего, ничего, нормально. Глушак на КП. Есть, поехали. Вот я хоть туда еду. А ты не выходил в лобби, Олег? Ты видишь? Нет, смотрю. Вообще-то... Сейчас переедем мост и потом... А, зона как бы в другой стороне. Да, 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 да. Надо мост переехать, уж через реку никак. Все, и наверх сейчас. Кстати, заметьте, если первым Сераф умирает, то нам очень не везет. А ты знаешь, я... когда ты умирала первым, то тоже. Ну, я и говорю. Или если Александру снести жилет, как показала практика. Угу. Правда, потом это вспоминает все, погоду примерно. Да. Вот подлечились, если есть возможность здесь. Блин, патронов мало. Что-то там все в сиську колола. Все, все, ехай, ехай. Давай, давай, давай. Ну, а надо всегда в сиську, а ты куда? Он тоже в сиську, просто завидует размером сисек. Может, хотя... Вот Олег, у тебя какой размер сисек? Красиво. Волосатые такие. Да не, волосатые или нет, это не размер, к сожалению. Слушайте, вы, кстати, уже 24-й. Где-то 5-й. Вы так и в десятку войдете. За убийство дает мало очков. Больше за... Ну да. Выживаете, выживаете. О, можно еще дома лупануть. А, нет, 40 секунд не успеем. Вот хомяки, а. Угу. КП нет, блин, зона уже все. Еще сейчас по полям придется ехать, блин, вот тут реально срежут. У меня первый причем. Я бы за тебя. Да, 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 да. Кстати, как они по мне стреляли, вообще непонятно. Да хреново они по тебе стреляли. Так же, как я стреляю. Этот только наполовину сбили, жалею. О. А чё, вам тут можно уже и пешочком начинать бегать. Вот тут где-нибудь затаиться, подлечиться и дальше пешочком. Справа валик в ударе стоит. Баги, потому что громко шумит. Да?
Слазите уже нафиг. Сейчас, подожди, надо камешки найти, какое-то укрытие. Ну вот, так, тут вот уже нашли. Баки, которые дали. О. Сейчас за... Вот он бы сейчас вас задавил. Так, меня как-то раз задавило. Да. Спины стреляют. Нет, вот. Справа. Я не пойму, тут стреляют. А, вот. Сейчас я прибухну. Да чтоб тебя. Сколько? Ах ты ж. Не успел. У тебя большой нету, да? Топает. Идет, идет, забей. А, нет, подожди, нет. А ты по-моему, с глушак, да. Как стреляет. Это этот вектор, по-моему. Ну что, сиди, смотри назад, вот как ты сейчас сидишь, только назад смотри. Если туда... Сзади там не запрыгнуть. Тогда присядь, что ли. Там могу. А, во-во-во, все хорошо. Но пойдут через тебя. Угу. Через это камни. И, по-моему, на них можно запрыгнуть, я, конечно, не специалист. Не, она сможет на них запрыгнуть, а те с той стороны... Не, вот с той стороны, да. С В. Оттуда поможем запрыгнуть. А, не в башне. Ну, я думаю, раньше, чем через минуту они не пойдут. Мне кажется, они тоже эти камни займут. Угу. Это значит, они отец от первого лица быстрее спалят. Так сидеть будешь, тебя сольют. Справа почему? Просто забьют и со спины, собственно, все. Не, ну, если услышишь их, нужно двигаться. Тут нормально. СКС-ка, да? А сколько их там было? Когда тебя убивали. Не светись. Блин, там можно. Эльберг, сколько их? В смысле, сколько их? Ну тебя же там убивали, там их было двое или больше? Я только одного увидел. А по-моему там было как минимум двое. Да. Из-за камня вот я увидел, за камень забежал один, и потом меня в бочару стреляли, уже там смотрел. Я потому что вроде смотрел, может это один, конечно, такой проворный, но они практически синхронно. Кто-то стрелял и по Юле, по тебе. Да-да-да. С башни, yes. По-моему, по мне стреляли. Так и по нему тоже. Ну, откуда-то оттуда. Так, все, зона пошла. Слушай. Да, и побегу сейчас, мимо меня побежит. Да ты в зоне. А тебе не надо, ты в зоне, тебе чуть-чуть вперед пробежать. Не, сейчас не надо, иди с зоны. Видишь, он как там работает с ВСС? Вижу. Это ВСС для СКС. Не-не-не, это... А да, ну СС. Кто-то убил с ВСС. А, все, видишь? Машинка скатилась сама. С ВСС убирать? Убивать можно, что ли? Говорят, вон, видишь? СКС. С СКС-а. О, его снимают. Топает. Его убили. Его убили. Перед да. Тобой бегает. Не пались, наверное. Блин, зона. Зона, зона, проходи. Блядь, тебя спалили. Не стой на месте. Влево, вправо. Да, под них просто, под низ. Yeah. Ого, влобешник? Да. Первый влобешник точно прилетел. 8 убийств, охренеть. Одно убийство. Научи играть, а? Слушай, как правильно что там тыкать? Ну бегаешь, короче, вот так вот, вправо-влево, вправо-влево, а. Просто стреляешь вперед, ничего не... А, вон как надо было. Причем с дробовика, кстати, тоже.